В Орле Васильевскую улицу перекрыли до сентября. Ограничили движение с 8 утра. Продолжится это до начала осени. Перекрыта часть дороги по улице Первопосадской до переулка Соляного. Движение будет организовано по схеме: улица Васильевская, улица Садово-Пушкарная, улица Карачевская, улица Первопосадская. Закрытие дороги связано с заменой участка сети газопровода. Орловчане отнеслись к ограничению с пониманием. Если пробка есть, если проводятся ремонтные работы, значит, это необходимо. Лучше постоять в пробке немножко, но потом ездить по ровной и гладкой дороге. Закончить работы планируют 11 сентября.